Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 25-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке мы с вами начнем разбирать популярную тему. Это всплывающие окна. Наверное, в сети не существует ни одного одностраничника, который не использует у себя всплывающее окно. Распространенные всплывающие окна имеют, как правило, вид вот типа что-то такого мы видим здесь кнопку «Подать заявку». На вид кажется обычная кнопка. Куда она ведет, не знающий человек даже не догадывается. Если мы кликнем на эту кнопку, экран затемняется и всплывает окно поверх всех элементов на сайте. Это и есть всплывающее окно. И в такое всплывающее окно здесь в данном случае вставлена форма для отправки сообщение на электронный ящик человеку, который принимает данные заявки. В такие окна в Adobe Muse можно вставлять как формы, как какие-то скрипты, видеоролики с YouTube или в Мео и так далее. То есть это очень популярная гибкая библиотека мини-приложений в Adobe Muse, которую мы сейчас с вами будем разбирать. Переходим в программу Adobe Muse. Итак, открываем программу Adobe Muse. Я открыл а, свой сайт. Вы можете создать новый сайт. Здесь не важно. Переходим, значит, в библиотеку мини приложений. В предыдущем уроке мы разбирали с вами, значит, первую вот эту категорию кнопки High DPI. И тут у нас еще есть одна кнопка. Я ее не стал разбирать. Вы можете ее вытянуть к себе на холст э, и поиграться с ней. Это обычная кнопка. Ее можно редактировать, редактировать свойства, придавать ей ссылки. И точно такую же кнопку можно создать текстовым элементом. Это мы уже с вами проходили. Поэтому я предпочитаю создавать кнопки именно текстовым элементом. То есть эту кнопку я даже не трогаю. И следующий на очереди как раз-таки вот у нас идет категория композиции. Если мы раскрываем ее, первый у нас идет как раз lightbox, всплывающее окно. То есть вот таким вот образом мы потихоньку будем друг за другом изучать все прелести приложений программы Adobe Muse. И мы с вами просто lightbox аналогичным образом зацепляем мышкой и перетаскиваем нашу рабочую среду и отпускаем мышь. Я сворачиваю библиотеки. И у нас вот есть тут некая конструкция, которую мы с вами будем настраивать. Смотрите, если мы в таком виде с вами сделаем предпросмотр, то мы не видим с вами в середине ничего подобного. Как, например, в рабочей области мы видим вот такую вот среду. Серый прямоугольник, тут по бокам какие-то серые прямоугольники, нижний текст какой-то. А мы видим именно вот такие миниатюры, они называются триггерами. То есть, если мы кликнем, кликнем на любой из них, всплывает такое окно, у нас есть по бокам стрелочки, внизу меняется какой-то текст, есть кнопочка вот здесь закрыть, все одним цветом, да? Вот, то есть у нас идет три триггера и, соответственно, три элемента. Мы не видим здесь никакого переключения, потому что у нас практически здесь один цвет. Вот вы должны понимать, что, по сути, мы можем здесь заменить все элементы на свои, если это нужно. То есть мы можем, во-первых, прибавлять любое количество, то есть неограниченное вот таких вот триггеров, если это нужно. Мы можем удалить все триггеры и оставить только один и сделать из него кнопку. То есть как сделано вот здесь. Здесь один триггер. Он увеличен, Ему изм... изменил я цвет, придал название, и вот это самое всплывающее окно, то есть затемнение от черного я изменил на серый, изменил цвет и все здесь в лайтбоксе и добавил сюда форму. Вы должны вот это вот понимать. Соответственно, здесь внутри тоже все меняется. Отключаются вот эти стрелки, если это нужно, убирается текст или заменяется на свой, и даже меняется дизайн и стиль кнопки закрыть, или можно сюда заменить что-то свое. И давайте рассмотрим настроечки данной библиотеки мини-приложений. Так же, как у всех библиотек есть тут вот в правом верхнем углу вот такая синяя стрелочка. Кликаем на нее и давайте рассмотрим здесь, какие у нас имеются настроечки. Положение lightbox, каскадно, разрозненно, затухание. Ну давайте объяснить, это будет тяжело, лучше сразу на примере посмотрим. Выбираем каскадно и идем в предпросмотр. То есть смотрите, у нас... Во-первых, не исчезает вот эта основная часть. Вот эти стрелки разлетелись по краям, они легко их можно поправить. То есть, смотрите, мы можем просто сделать из этого какую-то мини-галерею. Мини То есть у нас уже это не lightbox. То есть, из lightbox мы можем в, с легкостью сделать здесь, э, например, какую-то галерею. То есть это могут быть маленькие картиночки, да, а тут быть большие картинки. Но ну, мы здесь оставляем lightbox. Показать целевой объект. Здесь у нас кнопка нажата, больше у нас здесь ничего нет, поэтому пока это пропускаем. Скрыть целевой объект нет. Переход затухания по горизонтали, по вертикали. Переход это как бы смена картинок. То есть у нас стало затухание. Когда мы кликаем под триггером, у нас меняются картинки с затуханием. Давайте попробуем а, сделать по горизонтали, чтобы вы поняли, что это такое. Но чтобы это посмотреть, нам нужно разместить а, внутри вот этих вот элементов какие-то фигуры изображения, либо просто мы можем закрасить цветом. Вот выбираем, кликнув по первому триггеру, потом мы несколько раз кликаем так, чтобы у нас а, выделилась вот эта вот область, и тут заливка серая, сделаем ее красной. Вот таким вот образом Кликаем по следующему триггеру. Вы видите, у нас основная часть сменилась, опять серая. Мы берем здесь и кликаем, например. Видите, у триггера я сейчас сменил цвет. Здесь тоже можно менять. Я забыл его здесь выделить. Поэтому я пока здесь нажму отмена. Значит, смотрите, кликаем по триггеру. Потом кликаем несколько раз в эту область. Меняем здесь цвет. Следующий триггер у нас, видите, опять серый. Опять выделяем несколько раз, кликаем чтобы у нас выделился именно вот этот серый элемент и берем другой цвет. И теперь мы сможем видеть с вами вот этот вот эффект, переход по горизонтали. Давайте посмотрим. Смотрите, кликаем по стрелочкам, и вот он, тот самый переход. То есть вот он переходит. И, соответственно, как вы уже поняли, внизу текст тоже можно менять. Идем дальше по настройкам, дальше по вертикали. Здесь уже, я думаю, понятно. Я возвращаю по затухание. Скорость перехода 0,5 секунд – это вот как раз вот это вот переход. Скорость перехода. Автоматические воспроизведения. Вообще все по-русски. Если мышку навести на каждое слово, то будет всплывать подсказка. То есть тут, в принципе, особо объяснять нечего. Взобновить через 3 секунды. Вот, смотрите, пока, видите, всплывает подсказка. Показывать в случайном порядке. Это если вот тут у нас несколько разных картинок, то вот здесь надо поставить галочку триггеры сверху, триггеры над целевыми объектами. Ну, можно, в принципе, поставить. Вот эти верхние триггеры, они будут находиться как бы поверх, поверх нашего вот этого всплывающего окна. Изначально скрыть все. То есть можно поставить галочку, посмотреть, как это работает. Авто лайтбокс открывает лайтбокс при загрузке страницы. То есть, смотрите, если мы поставим галочку, то как только сайт загрузится, всплывающее окно автоматически всплывет. То есть в каких-то случаях это может быть нужно, поэтому имейте это в виду. И вот, вот дальше идет, смотрите. Составные элементы. Назад, далее. Это у нас вот эти вот стрелки. Ну и мы будем делать сейчас не галерею, а всплывающее, например, окно. И давайте попробуем. Я кликаю, снимаю галочку, убираю назад. У нас здесь исчезает кнопка. И здесь исчезает кнопка далее. Вот. Если мы просто делаем, например, один триггер и одно всплывающее окно. Кнопка закрыть. Вот, если она отключена, то ее нет. Включая, она появляется в верхнем углу. Ее лучше оставить ей только нужно будет сменить дизайн. Показывать элементы лайтбокса при редактировании. Это у нас, смотрите, снимаем галку. И в режиме редактирования, если она перекрывает объекты ваши на сайте, и она вам мешает, вы можете вот так ее брать и, например, редактировать только триггеры. То есть здесь можно и скругление делать, и обводку, и заливку, и состояние, потому что это может считаться как бы кнопкой. Вот. Чтобы вернуть это окно и его редактировать у каждого триггера, если мы его выделим, также появляется вот этот вот треугольничек в кругу. Это у нас те же самые настройки. Абсолютно мы включаем показать элементы lightbox, чтобы, например, редактировать его дальше. Если мы выдел... кликнем как на краешек основное вот этого всплывающего окна, то у нас пунктирной рамкой помечается все весь элемент вместе с триггерами и мы можем вот так закрыть перемещать по холсту если это нужно куда-то сместить вниз например всю нашу композицию и также мы можем выделить вот так вот только заднюю часть она у нас черного цвета заливка и например сделать вот такую красную тогда у нас при клике, смотрите, фон затемняется красным. То есть это очень-очень классный гибкий качественный инструмент. Дальше, например, нам не нужно а, нижний вот этот вот прямоугольник с текстом. Мы его вот так вот выделяем и delete на клавиатуре. И учтите, что у каждого триггера он сменяет новый а, вот этот вот инструмент всплывающие окна. И у каждого этот элемент вам нужно удалить. вот таким вот образом. Смотрите, значит, выделяем триггер. Например, нам не нужно, удаляем. Выделяем триггер, удаляем. И вместе с триггерами удаляются вот эти вот основные части Lightbox. Сейчас у нас один триггер. И сейчас у нас одно всплывающее окно. Если мы с вами кликнем предпросмотр, видно у нас один триггер. И вот оно всплывающее окно с кнопкой закрыть. И давайте быстренько я вам покажу, как полностью, например, из этого нам нужно сменить, подготовить дизайн и, например, сюда что-то переместить. Я кликаю, значит, на эту иконочку синюю и пока выключаю показать элементы Lightbox. И, например, из этого мне нужно сделать кнопку. И вы, соответственно, видите плюсик. Если вам потребуются еще триггеры, вы по плюсику можете их добавить. Смотрите, выделяем его, и за маркера мы можем растянуть, сделать, например, кнопку. Я не знаю, где-нибудь вот здесь наверху. Поуже. Например, эта кнопка будет заказать звонок. Кнопки, смотрите, попробуем сделать скругленные края. Мне, например, не нужна обводка. Я ее отключаю. Смотрю свойства стандартные. Здесь обводка имеется. Отключаем. Свойства курсор над кнопкой. Обводка тоже не нужна мне нигде. Так, так. Все, обводку мы убрали. Теперь стандартное свойство кнопки. Выделяем ее. И заливка нам нужна, например, кнопка желтая. Смотрим состояние. У нас активная еще есть кнопка. В принципе, можно задать тот же цвет. Возвращаю э, стандартное свойство кнопки. И теперь мне нужно здесь, например, написать какой-то текст. Я беру инструмент текст. Где-нибудь в пустом месте рисую вот такую область и пишу заказать звонок. Меняю цвет. Это вы все уже умеете делать. Меняю шрифт. Когда текст готов, вы можете вот так вот мышкой перенести на кнопку и смотрите, когда мы переносим какой-то элемент а, или текст в наш триггер, у нас он подсвечивается голубой рамкой. Это говорит о том, что сейчас, если мы отпустим текст, как бы поместиться в контейнер, то есть поместиться вот в этот триггер, отпускаем, и он уже находится там. Соответственно, мы его также можем внутри триггера редактировать, например, выставить текст по центру. Также этому триггеру можно добавить любой инструмент, элемент, тень, там подсветка и так далее. Как мы делали вот эту кнопку купить, абсолютно все то же самое. Я выделяю наш триггер. И вот здесь эффекты, пожалуйста, тень. Я делаю смещение. Размытие надо сделать больше. Смещение я убираю. Слишком черным мы не делаем. То есть, ну тут тень уже надо вам просто настроить. Она тут немножко грубовато получилась. И, соответственно, состояниями, как играться, абсолютно так же, вы это уже умеете. Главное вам понять, что здесь все работает аналогично. Что делать кнопку из текстового инструмента. Вы меняли все там цвета, э, рамки, состояние кнопки, эффекты, прозрачность. Все это делается на триггер. То же самое. Дальше, смотрите, например, вы с кнопкой закончили. Теперь нам нужно отредактировать внутреннее состояние лайтбокса. Мы с вами включаем его. Например, сзади серый э, затемнение оставляем серым. Ну, давайте попробуем настроить с вами кнопку. Сразу выделяем ее. У нее также имеется состояние. Обратите внимание. Идем в заливка. Ну, кнопку, например, можно сделать красного цвета. Можно скруглить ее. Смотрите. Внутри крестик, кстати, тоже можно поменять на любую свою картиночку. Кнопку закрыть также можно увеличить. Делать ее больше, меньше. И обратите внимание, вот этот крестик, это как бы текстовый инструмент. Сейчас мы еще об этом поговорим. Значит, проверяем здесь, чтобы все свойства были. Здесь, в принципе, на кнопке можно особо не придумывать ничего, можно сразу всем свойствам задать красный цвет, например. Всем, значит, убедили, что вы поменяли свойства. Теперь у нас красная кнопка. Так, я не поставил здесь скругление. Также элементы lightbox вы должны знать, что можно здесь все сжимать, ужимать. Если форма у вас узкая, можно поджать вот эту область, вот эту синюю область. Также меняем цвет какой хотим, вы уже это поняли. И, соответственно, кнопку закрыть мы можем разместить в любом месте нашего lightbox. Давайте на этом этапе посмотрим, что у нас получается. Вот у меня кнопка заказать звонок. Обратите внимание, что углы у кнопок не скругленные. Сейчас объясню почему. Заказать. И вы уже видите, да, у нас что-то уже нарисовывается. Кнопка, конечно, немножко стрёмная. Сейчас я покажу, что мы здесь можем с вами сделать. Смотрите, я когда менял, делал скругление, я не обратил внимания, состояние у меня было активное. Выбираем стандартное. Здесь у нас скругления нет. Не забываем это все проделывать. И теперь здесь в миниатюрках видно, что углы скругленные у всех тень также видно, что здесь у всех. Ну и курсор при наведении, как правило, надо делать, наверное, какой-то другой оттенок, чтобы было видно, что это кнопка и что на нее можно нажать. То есть видно, вот сейчас при наведении она немножко затемняется. Уже похоже что-то на кнопку. Давайте я вам покажу, как вставить картинку, например, кнопку «Закрыть» вместо вот этого вот инструмента «Закрыть» идем в Google поиск и пишем в поиске вот этот вот сервис iconfinder.com. Это сервис иконок, как бесплатных, так и платных. Когда вы откроете этот сайт, в поиске данного сайта напишите слово close, то есть закрыть. Вот я написал в поиске слово close. И у нас всплывают иконки верхние, где написано 1 доллар. Мы не смотрим, это платные иконки. Мы смотрим ниже, что у нас есть бесплатного. Подбираем какую-нибудь красивую иконку, которая нам нравится. Можно какую-нибудь такую 3D-шную. Например, вот это мне нравится. Или можно подать вот такую кнопочку. И здесь вот PNG. Кликаем PNG. Открывается окно и закачиваете эту картинку в PNG к себе на компьютер. После того, как вы скачали иконку на компьютер, обычным способом просто перетягиваем ее в нашу вот эту область, где-то в пустом месте пока оставляем. Дальше здесь идем в кнопку несколько раз кли кликаем внутрь кнопки, чтобы у вас вот таким образом замигал курсор и удаляете там а, вот этот вот крестик. Берем инструмент выделения, смотрите выделяем нашу графическую кнопку правой кнопкой мыши вырезать, идем а, несколько раз кликаем опять в нашу кнопку закрыть опять таким же образом, чтобы у нас засветился курсор. И горячими клавишами на клавиатуре Ctrl-V мы вставляем внутрь нашу графическую кнопочку. И здесь нам нужно немножко подравнять вот эту именно область, которая у нас залита красным. Вот, немножко подравнять соответственно, нам вот так красная область уже не нужна, скругленные углы там тоже уже не нужны, абсолютно. И цвет мы там тоже убираем, нам там цвет не нужен. И проверяем, чтобы у всех состояний не было никакой заливки. Вот. А Как-нибудь здесь аккуратненько все равняем. И потом нашу кнопку двигаем туда, куда нам нужно. Смотрим на сайте. Вот кнопочка, только она у нас немножко сместилась вниз. Вот таким вот образом. Ну, где разместить кнопку, здесь уже на ваше усмотрение. Главное, вы теперь уже знаете, как ее редактировать. Дальше здесь выделяем вот эту синюю мою область и убираем здесь цвет. Теперь здесь прозрачная область, и вот эта серая область, да, это только затемнение. И сюда мы можем перенести все, что угодно. Например, идем в библиотеку мини-приложений, и, как правило, туда часто размещают формы. Нижняя категория, мы еще подробно ее разберем. Простой контакт, смотрите, мы просто перетягиваем, и опять сюда вот переносим чтобы у нас засветилась вот так вот синяя рамочка, значит, мы попадаем именно в ту область, в тот контейнер, куда у нас разместится данная форма. И отпускаем. И, соответственно, здесь уже нужно подгонять размеры. Здесь нужно немножко набить руку. А, нужно выделить как бы наш элемент библиотеки, который находится в контейнере другой библиотеки, то есть нашего всплывающего окна, таким образом. И вот, например, за это белое а, пространство, куда ввести надо имя, зажимаем мышь, и мы можем внутри нашего контейнера перемещать, двигать ее, например, к краю, чтобы уменьшить, например, вот эту область, да, снизу также поджать. Как настраивается форма цвета, это мы еще с вами пройдем в уроках. Сейчас я вам просто показываю, как настраивается именно инструмент Lightbox. Вот, заказать звонок, и вы сейчас видите, да, уже симпатичным образом, кнопочка закрыть. Конечно, здесь все можно сделать яркими цветами. Кнопка «Отправить» тоже можно сделать красиво, ярко. Введите ваше сообщение, ваш адрес, ваше имя. Ну, соответственно, как настраивается уже сама форма, будет отдельный урок. Например, вам нужно удалить, также выделяем нашу аккуратненько форму, несколько раз кликнув мышкой, чтобы она вот так вот пунктирная рамка подсветилась, и нажимаем клавишу Delete. И теперь давайте попробуем вставить сюда Видеоролик с YouTube делаем немножко шире. Идем опять в библиотеку мини-приложений. Мы также подробно с вами еще поговорим об инструменте. Библиотека YouTube. Встроена библиотека для Adobe Muse. Также мы можем мышкой вытянуть и вот так вот направить в наш триггер. О настройках мы еще поговорим, когда дойдем до этой библиотеки. Сейчас оставляем пока все как есть. Немножко вот так вот ужимаем. Крестик сюда. Идем в предпросмотр. Нажимаю заказать звонок. Хотя тут не звонок. Вот, пожалуйста, всплывает плеер. Соответственно, кнопочку закрыть можно подправить. Он у нас открывается, делается на весь экран. Ну и, соответственно, как управлять роликом YouTube, там тоже свои настройки, мы еще с вами о них поговорим. Также, которые стрелки мы с вами закрыли назад, дальше. Здесь то же самое. Можно менять размер, если нужно менять цвет на любой. И такая же здесь есть стрелочка, тоже текстовый инструмент. Мы можем сюда графический какой-то элемент в виде стрелочки засунуть. Здесь все тоже гибко настраивается. Вы должны понимать, если вы из этого инструмента делаете не lightbox, а какие-то переключающиеся слайды, вам нужны стрелки. Или вы можете просто оставить стрелки, просто сделать бесцветными, прозрачными, и тогда у вас будет видно только стрелки. И эти стрелки также перемещаются куда-то в любое место. Здесь подправить их можно также красивым образом. Ну вроде все про Lightbox вроде все настройки основные я рассказал. Так что применяйте в своих проектах. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку ⁇ Забрать виджеты ⁇ К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет делайте лендинг-пэч, делайте их круто.